концессионное соглашение. Вода в домах барнаульцев не изменит цвет и не будет неприятно пахнуть во время паводка. Специалисты водоканала сейчас подбирают новый реагент, который намерены использовать уже этой весной. В составе нового средства обычный активированный уголь. Он устранит желтый цвет и посторонние запахи талой воды. На следующей неделе сотрудники водоканала ждут поставщиков вещества, а затем начнутся лабораторные испытания. Сейчас ведется подбор как реагента, так и определение точек, куда он будет вводиться. Потому что просто так, извиняюсь, бросить лопату в сооружение и сказать, что будет очистка, такого не произойдет. Научная работа, которую водоканал ведет, и не факт, что мы ее не реализуем в этом году.